Игровой процесс Feed the Dragon чем-то напоминает прошлогоднюю Feed Me Oil. Снаряд стартует из катапульты по фиксированной траектории и из фиксированного места. Для прохождения уровня достаточно попасть едой в зону вокруг головы зеленого чудовища. Мы должны правильно расставить платформы, от которых будет отскакивать паёк. Каждый уровень отличается положением статичных декораций и набором платформ, доступных для передвижения. Остается только поставить все на место. Воздушной доставке еды может помешать не только плохой глазомер, но и несколько специфичных препятствий, вроде водопада, который сбивает траекторию полета. Всего в игре 4 разных локации, по 2 десятка уровней в каждой. Если вы внезапно захотели открыть их все, тогда извольте заплатить. Но логичнее было бы банально пройти уровни, все равно с нас много сил не требуют.